Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Forza Phone, который продлится с 27 по 30 октября. Ну что, поехали! И за первое испытание можно получить 35 тысяч опыта. Чтобы его выполнить, необходимо продемонстрировать технику дрифт 20 раз на Mercedes-Benz. Замечу сразу, дрифт должен быть без ручника, чистый. Выполнить его довольно просто, если начать вилять на большой скорости. За второе испытание можно получить 85 тысяч кредитов. Чтобы его выполнить, необходимо просто победить в чемпионате на автомобилях категории «Культовая классика». За третье испытание можно получить 3 призовых игры. Чтобы его выполнить, необходимо завершить 3 игры на игровой площадке. Достаточно зайти в свободный сетевой режим и создать гонку типа «Вирус». Но желающих получить легкую награду вы встретите уйму. Последнее испытание – это заработать 3 звезды за знак «Опасно» – горная вершина на Mercedes-Benz. Знак достаточно простой, поэтому выполнить его не составит большого труда. А найти его можно вот здесь. Ну а приз за данное испытание – Mercedes-Benz 300 6.3. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новые видео, и поддержи лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий.